Третий раз в нашем городе проходит очень интересный и необычный праздник «День лося». В этот день горожане разного возраста пришли отметить его в зону отдыха «Солнечная». Открыла праздник заместитель главы администрации города Заречный Ирина Анатольевна Сизова. От имени главы администрации нашего города Вячеслава Владимировича Гладкова и от себя лично я поздравляю вас с новым праздником доброго, сильного, мудрого животного, нашего друга, жителя Заречного, лося! Гостям праздника напомнили, как вести себя при встрече с лосем. Также жителям города рассказали, где чаще всего можно увидеть лесного жителя и какая помощь предоставляется животным. В настоящее время на территории города Заречного обитает 10 или 12 лосей. И сегодня вы всех их сможете увидеть, конечно же, животным в районе Красных озер и в лесном массиве загоражен кооперативом «Металлист». Оборудованы подкормочные места, проводятся плановые мероприятия по подрубке осин и раскладке соли лизунца. Для самых юных жителей организаторы приготовили флешмоб. Ребята повторяли движения за талисманами нашего города под веселую музыку. А дети постарше отправились на игру по станциям. Всего на выполнение одного задания давалось 10 минут. Школьники отгадывали загадки, пели караоке, рисовали на асфальте. И все это с тематикой лося. Этот праздник экологический. Мы сегодня чествуем символ города, неофициальный символ города. Это лося, которые несколько лет назад сами дети, которые в первом празднике принимали участие, дали имя. И у нас есть символ города – лось Ося. Проводится этот праздник для детей, для того, чтобы еще раз напомнить, как мы должны совместно проживать на территории, с каким уважением мы должны вообще относиться к животному миру, а самое главное – вот к этому дикому, крупному животному – лосю. С днем